не пропускать белые сетки в выезд. Кушайте рыбу только с порталом, не близко не подходите. По правой стороне перед как бы рейдом, разных слоев, или за рейдом, потому что я вчера ловил за рейдом. За рейдом будет сейчас ловить дуат в жопе рейда. Все, понял, понял. Ты справа от рейда. Если смотреть на валик, ты справа от рейда. Войд слева от рейда. Все, выпили саппорты. Ой, саппорты. А по СПД саппорты пьют только хилы, кроме неутомимой. И те, кто ловит сверки. Всем привет. Привет. Все, давай, терчи на пол. Так, Кавараджи, чего не хватает? Пристебав. Блядь, тоже. Да, пристебав, дай нас. На крестик помогом дать. Так, надо. Компалы, ауру скорости сменить. Торки, дай МП5. Заебал. Какой МП5 здесь, блядь? Крестик, дайте помогом. Дай МК, ты, да. Так, кто там МК, ой, МП5 дает вам? Порошочек, наверное, да? Пока никого. Все, спасибо. Я дрешу давно. Дай МК. На пол. Урод. Сам урод. Я с дрешом играю, с тобой не играю. Порошочек. Давайте этих 8 попыток используем. Порошочек. 9, пишет 9. На 9. Ты смотрела долго мультик. А что будет, когда попытки закончатся? Все, чисто есть. А ну появится. А было появится. Так, все помните, да? Бьем сначала луну, потом ромбик по команде, когда цвета меняются. Все, все готовы, я ДБМП включаю. На пол там, наверное, меня дай, потому что, блядь, мой там идет на такой с огром. Саппорты выпили все. Ну, и фласки выпили все, сейчас я перепроверю. Чтобы все фласки сели. Такого фласки не будет, сразу ГП в плечо. Чикабум, ГП. Флешинг не в рейде. Некс не в рейде. И зорка в ГП, да, тебе? Чикабум флавску выпей. Мне не показывает аддон. Бен, а РПБ у меня плоско, понял? У меня не хватает чутка. Какой нахуй РПБ, ты угораешь? Нормально. Это фаска, это пипец, но вообще-то больше дается... Ладно, короче. РПБ сил. ДБМ подключаю. Маслом намазали все, если перепроверю после вайпа, намазанный, я ГП тоже дам. Два. Поехали. Побуло ГП. Не врывайтесь, пока мы не поставим их, блядь. По поводу Гера, я скажу вам, когда Геру дать. Ловим то... Два, сука, хули ты черную ловишь, блядь, а? Еще раз нахуй поймаешь, темную ГП дам. Да, сыгло пипец проблема моего варки. Готовимся спецспособность. На секунду смотрим. Продолжайте бить. Бьем, бьем, бьем. Прожимки, просто прожимки дайте, без гера. Каз сбивает только донт, в конце забьешь. Сбивайся, Каст. Вы чё рофлите нахуй? Или что? Донт, блядь? Какого хуя нахуй? Каст не сбит, блядь. Ой, блядь. Падайте нахуй. Сука, три вара, блядь. Два ДК нахуй на боссе. Ну, что, блядь, вы видите уже, что не можете, блядь. Ну, видите, не сбивать. Давай я сам. Это пизда, блядь. Но ты в DC, слышишь меня или нет? Да. Дуат, на тебе ГПшку, как тебе обещал. А за что ГП?
За темную сферу, что ловишь? Ты 4 штуки. Нет, а ничего, что там их 2 летело сразу? И темное, и светлое. Я мог бы не брать темную, светлое также к вам прилетело. Ну, тут у тебя за каст. Извините, правило есть правило. Я тебе сказал, сбить каст. Если ты еще не в Дисе, не слышишь меня, значит, твои траблы. Ну, он в Дисе, но, возможно, он не может говорить. Он же там болеет. Так, меня что, не слышно, что ли? Слышно? Опять слакайся. Чему тогда 2 сотки? А сколько там по правилам? За что? Ну, потому что каст... у вас, типа, 33 человека каст не сбило вместе? Я тебе сказал сбить каст, чтобы милики там не отвлекались и когда не садили. Ладно, хорошо, да? Так, давайте фулбаф, приеду быстрее бафать, баф. Нет, Донт, ну, ты не обижайся, но я назвал твой ник, я тебе сказал, Донт забьет. Я не знаю, услышал ты, не услышал. Донт, слышишь? А, ну, ты про Донт, да. Все подбафались. Так, Дон, ты отвечаешь за косты? Ты. Только ты. Чтобы милики не отвлекались и не садили ККД. Забиваешь в конце, когда остается там одна секунда до окончания каста. Чтобы продлить действие этих самых спецспособностей. Так вот. Так, че на пол? Все, все готовы. Добавим пыл, включаю. Так, кто там у меня спал? Кару вроде бы. 5, 4, Кару можешь 3, лупить сразу. 1. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Тебя отсюда. Ты че, бля? Спецспособность 5 секунд, готовимся. Взяли все белый портал, бьем быстрее трусы. Геру. Ну, блять, ну ёбаный ты в рот, ребята. Чего они залетают? Сука, кто-то пропускает нахуй. С правой стороны, блять. Да хуя сверок залетела. Падайте нахуй. Все, не стоп, падайте. Вам не надо танки менять цвет, когда меняется у нас. Тут по-разному с ГП. А какие мне ловить тогда? Черные? Ты, с белым бафом? Оставляю, ты остаешься с белым бафом и ловишь черные прожимки свои, отдаешь, чтобы не умереть. Я не потому знал, что... Если у тебя есть ботинки, ты можешь это сделать на ботинках, но ты должен четко видеть, что у тебя нет... Я понял, что я не знал. И касается всех танков, когда мы берем белый портал, мы стоим здесь и продолжаем бить свои цели. В этот момент ДКшки, то есть вы услышали, когда рейд меняет цвет, именно кто ловит сверки, вы уже пропускаете в рейд белые, ловите темные. Темные просто влетели, блядь, 3 или 4 сверки, просто шот. Пожалуйста, не тупим. Ставлю рыбку кушать. Жирса поставьте. Давайте, 7 попыток осталось. И пойдем. Пока я за ГП буду, за вайпреда по 200 давать не буду уже. По 300 лупить. И за слаг по соточке. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Так.
Гудри, как ты там у меня умер первый самый? А чего ты сдох там? Сверки, я голосовал, а не то. Нет, не моб. А, да, моб. Светлая. Блин, не понимаю, как она так срывается. Вообще не понимаю. Я не знаю, я тебя напуливаю, все равно у тебя трита не хватает. Ладно, сейчас буду повнимательнее еще. Ловить босса быстро. Все, взяли все быстренько темненький портал, кроме тех, кто ловит. В чинах. Так, все, все готовы. Добавим по. 5, 4, 3, 2, 1. Все, много не вырывайся. Порошочек, дай подраннику сальву. Да, ты заберу. У меня там подышивается нормально. Все, агро стабилизировалось, все норм. Так, спецспособность, на секунду смотрим. Продолжаем бить. Я даю машу Э для танка. Прохиливается танков туалет от сверки. Ну. Рад, сексу. Секси, какого хера ты взял в портал? ГП. Продолжайте бить. На следующей прожимке, когда опять же будет, если в случае чего луна будет поставать фигню эту, палу прожимайте минус 50, свои личные прожимки. Также ловите белые сверки. Темные в рейд. Когда забрал? Забрал. Куракава отброски. Продолжаем бить. Можете прожимки дать свои личные. Донт, сбиваешь каст. Сбивай каст. Спецспособность 10 секунд. Готовимся. Она поменять цвет не надо, разве? Поменяли цвет. Поменяли цвет. Геру дали. Это самое. Сейчас темно ловите сверки. Геру дали фулл ДПС в луну. Фулл ДПС в луну сейчас. Давайте. Ну! Пиздец. Где ваш ДПС, товарищ ДТшер, блядь? Ладно, тогда все прожимки только будем на противоположные. Переходим в другой портал. Дон, дай Т4 свое. Танки ловите пока темные сверки. Белое в рейд пускайте. Смотрим спецспособность 2 секунды. Так, кто там кастует, не вижу. Белая, нормально. Нормально, бейте дальше. Танков держите, прожмитесь, танки там держатся. Ну, он тоже прожимка, давай свою. Идеальный БР, быстренько размуса. Темное ловим, бейт. Нет, ну, то есть, отрейда. Размуса БР. У меня КД БР. Я понял. Чики. Гар Размуса. Спецспособность 10 секунд. Размус вставайте, забафайте Размус. Дайте пистобаф лапу на ванну лапу. Дайте. Готовимся. Спецспособность. Щит. Взяли, короче, быстренько взяли свечные трусы. Прожимки дали в трусы, быстрее свечитесь. Быстрее трусики заливаем. Сейчас ловите белые сверки. Танком белый ловить?
Да. Я понял. Прожимки не хватает ДПС. Падайте. Еще раз трай делаем. Товарищи дедешеры, пожалуйста, еще раз все свои ДПС-щие обилки отдавайте строго на вот эти вот щитки, которые будь, надо будет менять портал и переключаться в другую вальку. Только в том случае давайте свои прожимки. Когда щит кидается на ту, которую цель вы бьете, не надо ничего менять. Ну, то есть прожимать. Да просто людям глаза открыть нужно. Типа свитчаются пиздец долго. Очень себе, да. Наверное, давай ты поносишь просто и все. Хорошо. Потому что там другими делами занят. Смотрит, полубер и так далее. Поносит. Так, связь и тролль тебе. То самое. Может подамажить? Нет, надо ловить серки. Ты чё? Ну еще плюс у нас минус один это был, поэтому может тоже как-то влияет это. Так, неплохо, нормально. Поставьте джипса, пожалуйста. Да, поставьте джипс. Кушай серп. Да, вот, вижу, спасибо. Мне кажется, друидов в пати не хватает. Толков мало. Я просто могу сам запутаться, потому что я беру... Я понял, ну, хорошо, я понял. Вот, если что там... Ну, я увижу, если там мой таргет, я сразу скажу, сыщемся мой таргет. Так, опять же. На. Да нет, пусть Ренчика доносит, он наверное доносит. Он как раз стоит вместе, стоит с меткой домашней. Просто ему будет сразу понятно. Я ему сразу все скажу. Давай, зачем на пол. Гигаснип. Все, все готовы? Давайте по местам. Пристабав, пожалуйста, пристите. Почему долго бафите? Темная магия обязательно. Все. На ханте тоже мало баф. Не по пятне. Что там? А че на пол? Роксет, по-моему, у тебя микрофон шипит, ты можешь его? Да, Рокси, вырубись. Это не у меня шипит, это шипит у Сулы микрофон. Я его замутил, у меня все хорошо. У кого? У Сулы, сам внизу. А. Предпоследний. Сула? Виталий, да, ты что там? Вредничаешь? Ладно, Виталик, его мутать не будем, нам нужен будет. Все, давайте ДБМ пул. Истерию кинешь, не знаю. Ханту дашь. Не надо мне, фарм. Здрасте, кису. Чё по дранику? Паршочек, дай по дранику быстрее это самое. Сагу. Срывает жестко как-то. Кару, скинь агро попробуй. Все, норм. ДПС хороший. Ой, трит хороший. Спецспособность, готовимся 5 секунд. Играем. Продолжается бить. Никто ничего не сейчас. Никаких прожимок не давайте. Все оставляется. Продолжаем бить. Ловить белые серки также. А, сбили. Видите, вот вы под прожимками вроде бы нормально сейчас вас задамажили. Под прожимками вы должны будете свечнуться в луну, если надо будет. Никит, скинь агро, отвечу. А, все, вижу, скину. Спецспособность 7 секунд. Взяли белый портал. Взяли белый портал, свичнулись быстрее. Пожимки отдали. Свичнулись. Быстрее.
Луну играем. Ловим темные сверки сейчас. Ну, блядь, есть. Давайте. Красавчик. Без Геры, красавцы. Все, следующую на Геру дадим. Дон Т4, да, и переходим в противоположную сторону. Ловим сейчас темные сверки. Бьем Луну все, если что. Спецспособность 10 секунд. Куракава, скинь агро. Не вижу. Остаемся светло, остаемся, ничего не трогаем. Танки прожмитесь. Дал машину. Продолжаем тут стоим. Смотрим спецспособность. Прожимки никто не дает ребятам. Даже по свои эти самые бусты, когда у вас апнулось стаки. Смотрим, 2 секунды. Смена цели. Смена цели. Взяли темные. Танки пожались. Все. Играем сейчас по трусам. Белые, ловите танки. Танки белые, да, ловим. Дон Т4, дай. Если есть, значит, видай. Ларн белые сверки сейчас поеду. Так, в принципе, экзекутка. Можно, в принципе, под спецспособность Геру дать попробовать. Можно сейчас уже туда вот. Ладно, пока не бей, пока ничего не делаем. Скажу. Там за 10 секунд дать можно. Угу. Смотрим. Поменяли цвет, Геру дали, прожимки дали, в луну играем. Белый цвет взяли, прожимки дали и в луну бьем, быстрее. Сразу сбиваем косты Вара. Есть, все. Сейчас потихонечку перейдем, на всякий случай. Локи, скиньте агро, может, сможете, обновите на пол. Переводите. Да, машины, на всякий случай. Блять, столько, чтоб сейчас щит не пошел по трусам. Луну бьем пока. Смотрим спецспособность 5 секунд. Все от прожимки оставляются пока. Сука, взяли портал черный, взяли. Черный взяли. И в трусы быстрее чуть-чуть. Прожимки дали, кого есть. Все играем по трусам. Быстрее. Убивайте косты, пока да. Блядь. Сука. Ладно, продолжаем бить пока. Блядь, стакет боялся. Там до берсыли нет. Да, может падать. Да стоп, эти хил, не давайте мне не тратить. Падайся. Нормально, убьем. Блять, ну просто я очень много времени трачу на этот, на секси тро, что у тебя с ДПСом нахуй? 14к, блять, что ты хрипату, узорки у тебя, блять, что с ДПСом, 15к, блять. Там маги въебали, ты видел сколько там, блять, по 20-очке. Блять, что у вас там, блять, с ДПСом проблема? Так это ж маги. Блять! Это во фросте, спек и сего аркана тут, нахуй, лопать все. Вообще-то там фросты в топе были. Сань, там, блять, которые тебе скидывали, там они все, блять, 245 плюс. Хочешь, я зайду? Ну, брат, еще, ебать, там махи нихуя себе, блядь. Разъем... В смысле, с узорки хуёв мах, что ли? Да? Узорка пиздатая мах, но у него шмоток еще не хватает. Да, блядь. Узорки попробуй в аркане куда убить. Ну, сейчас, блядь. Че, можешь подамажить, там они вдвоем справятся. Т4 это контент для аркана только. То вдвоем. Блядь, если вдвоем в сверки половить, типа. Ну, у вас два танка и так. Молодец. Ловите тоже с центра. Ну, мы ловим спереди, я короче. Я более чем уверен, что кто-то не взял просто. Вот а один мет будет. Возможно, да. Кто-то, блядь, не взял, нахуй, по-любому заслакали, блядь, ДПСера. Да було стопудово. Все, давайте еще раз. Бля, 5 райф осталось. Возьми ренбизер вместо секс-тролля, он больше даст.
Бля, этому щитка чуть-чуть осталось забить. С ДПСом все нормально, когда вы вовремя свечите сверху. Ой, не надо пенить туда, стой дальше в танке, лови сверху. Применять никого не надо, просто надо сразу говорить, что это. Да надо еще, чтобы люди ответственно подошли, когда надо отдавать прожимки. Именно тогда и отдавали, блядь, а не гнали сейчас за цифрами, блядь, с пула. Так, ГГ-снип. Так, давайте бафайте быстрее еще раз. Если что, поменяю там. Дайте шкаф, пожалуйста. Шкафчик. Там чуть протянулись, то, что смена цвета, и все, и уже. Блядь, мы не Я не знаю, почему люди не смотрят тоже в ДБМ. Все же показывается. ДБМ пишет смена цвета, да. Да. Или смена цели. Если смена цели, то понятно, цвет надо менять. Не кому смотри... там шкаф поставьте, Локи там у нас сумнуть. Вражи. Мне кажется, так. Это вообще не должно анонситься. И это самое, значит, под прожимками, так, своих распут и крипоты тоже оставляете. Можете с пулу выпить перед пулом, и потом уже, когда будем добивать там примерно. Блядь, 5% нахуй, это пиздец, блядь. Шкаф поставите? Алло, Локи, ну прошу, блядь, 3 лока в рейде, у нас ковражи пока не нести. Тык. Ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Вот он замечается сразу, видите? Вот он, щитан кто бьет. Так, это меня скинули, да? Вот, я скинул по щитам. А можешь еще больше людей скинуть? Угу. Там сколько, 15 человек? А может у нас это, как его, стрела хаоса у локов, типа, мимо щита бьет? Может такое быть? Да, она мимо щита бьет. Так, у меня, блядь, вообще промахи по КД, блядь. Да нет у тебя промахов, я посмотрел, господи, абсорба. Не промахи. О, я даже 34 тысячи. У меня цифрами желтыми пока. Промах. Давайте, короче. Не, ну подождите, это действительно... Так, серьезно. Нет, зачем может, белый быть... портал взял? Может, не надо тогда стрелы хаоса нам бить? И нам надо бить только испепелением, когда мы тут пробиваем щит? Да-да. Так, а стрела хаоса, она пробивает именно щит, да? Да-да-да. Но сквозь щит она бьет. А, ну просто, тогда, так. Конечно, бейте чисто испепелением тогда. Ну, нормально, еще поем. Ну, ты Кару же он как-то набил 471. Я сбил этой, потому что я тебя напуливаю как-то. Ну, сколько ты дашь? Ты дашь одну стрелу хаоса за щит. Это уже 2 секунды 10, да? Нет, почему? Я не понял, если на прок, то там можно хорошо стрел хаоса. Маги, интеллект, маг. Так. Для все маслом намазались хоть? Да инту бафнул я, блядь, она другого цвета. Все, все готово. Блядь, поехали, короче, бежим, бьем. Луковский пес. Блядь, что так за пул? Блядь, пиздец. Так гудлик нахуй. Что ты с ним, блядь, ебучим бесом, блядь. Я, блядь. Твой нахуй бес, блядь. Что ты меня будешь спорить еще со мной? Я-то. Я за не ним... понял. Ладно, похуй. Давайте играть. Ловим сверки, блядь. Поднимай репесы, это хп. Щит пока стоял. Еще раз говорю, твой пец агрил. Не будем спорить. Не выйдем. Долбоёб. Вот обновишь потом на пульчик. Спецспособность, 5 секунд готовимся. Взяли быстренько белый портал, быстрее взяли и бьем сейчас это самое. Какую-то уну поставил. Прожимки дали. Умнички. Все, прожимки оставляем. Я дал. Переводим. Следующие прожимки оставляем, то есть. Переводим. Дом Т4, да, я следующий дам на следующей прибежке, если что. Либо под портал. Ловим темные сферы сейчас. В белый пропускаем в рейд. Бьем все сейчас луну. Не, дай на пол. Блин, как вы их держите? Сейчас ближе подведу. Ближе к моей. Было недалеко. Смена цели. Геру дали. Свечные трусы сейчас. Поменяли под. Сейчас белые сверки ловится. Белые сверки, блять. Так, Води Фьюри, дай Бэр по Гудлику. Я Т4 даю.
Прямо сейчас веса быстрее. Гудвик, меняешь портал, идешь к нам. Какой цвет брать? Темный. Белые стрелки ловим сейчас. Так, трое человек стал, хорошо. Продолжайте, без забафа. И там лока мага. Лока мага забафается. Темная воронка, продолжаем бить. Я даю. А, прожим. Танки прожались. Танки прожались. Держим танков, то стрелки ловит. Люди фьюри поднялся. Все, хорошо. Прожимки никто не отдает, еще раз повторяю. Даже вот эти самые. На стаканные сверки. Держим их только на противоположный щит. Давай их танчу. Забрал. Взяли все белые. Белый. Быстрее. Танки прожгли. Дефьюри прохилите Размуса тоже. Все, норм. Ну, есть ли четыре у тебя? Отдал. Все, поехали. Чисто переводи. Переходим. Так, бьем все луну сейчас. Не забывай, сейчас я луну поближе поведу. Порталу. Луну бьемся. Спецспособность, готовимся. Продолжай. Нет, стоп, бьем луну. Каз, бейся. Все, продолжаем бить. Прожимки никто не дал, хоть, надеюсь. Я да. Yes. Оставляйте прожимки сейчас на следующую. Это последняя спецспособность, кстати, будет у босса. Только не приебитесь, пожалуйста. И геру для павших дадите, если она есть у вас. Нет. Ну, ладно, геру когда я вижу. Спецспособность 10 секунд. Давайте будем молиться, чтобы на трусах щит кинулся. Нормально. Берем или не берем? Нет, не берем. Не. Просто дамажить. Дамажим. Прожмитесь. Все, пришли, считай. Да тут, да. Да. Не могу там КД, бля. Да. Мах там. Дал. Добивайся, вон быстрее. Просто добейте, да, там. Смысл. Все. Какой-то, блядь, сиди. О, прига. На то ли прига упала? Нет. Вот, он шейна танка хорошая, кстати, он заберет. Хочу пригу, пацаны. Сегодня танки одеваются. Хочу еще. Что за хуйня? Что за шмот тюрьму выпадает? Так, это трофей по роллу. Нет, я у меня шмот не готов. На следующем КД у меня шмот будет уже готов, скорее всего, с боком. Трофей, да, 245 по роллу. Тем, кому действительно нужен. Секси-тролль тебе нужен? Да, последний. Хорошо, даю секси-тролля тогда. На кухню посмотрим. Давайте нубу ёбнем сейчас. Найди гудлик один. Да как них? Ну пошли посмотрим. Сейчас это самое. Чаша. ДЦ. Надо? Чё, фаеру хорошо, аркану будет. Ну, фаеру, да. Идеально хочешь забрать тоже. На эрдрушку тоже хорошо. Эрдрушки надо. Я ачивку посрал. Мне кажется, крит и дух это больше, чем ДЦ, чем эрдрушка. Ну, вроде, я не знаю, хостас дух есть, наверное. А больше фаера вообще. Ну, тут нету, в этом контенте нет. Посох, котики, бормотики, хантики. Только котики, больше никого. На кота это хуйня, вот на медведя. Забираю до кота, пацаны. Так, сколько там дон за двухручку ГП? Сколько? Полтос? А, не, 550. А, нет, 8, за двуручку 800. Нифига себе,
Это взял и все, и полгода не рольчивать. Нихуя себе. Танки. Подожди, а почему защита типа 250, блядь, за пушку? Нихуя. Защита весь... Ну, у тебя одна ручка 550, а оффхенд 250. Это область вместе. А, все, все понял. Ой, как хорошо, ой, что ой. Пока нихуя не надо. А зачем ты мне это? Я нечаянно скинул. Понял, понял. Фурики, да, 1600, блядь. Ручка плюс двоечка. Донг ПЦ-6. Да, фурикам не повезло, к сожалению. И сейчас оставит. Сейчас это самое. Невер, от тебя сейчас очень много чего зависеть будет. Сейчас твой напул решать будет как никогда. А мы что, идем, что ли? Да. Пойдем посмотрим там. А что по танкам? Кому в ДД спекаться? Все в ДД спекаются, Дон босса танчит, я на трэше буду. Так, значит, Дон, смотри, ты заводишь Анубарака вне лужи, я танчу трэш свой в лужах, а мне нужно будет на пулы. Либо подведете моба, какой-нибудь кастер, там без разницы, там тот, кто киньте, и подведете к танку, я его потом заберу. Так, ну что там у меня с блоком у меня? Сука, там не, я тебе натаунчу в Д3 тогда допоясню. Вот, налейте 50 грамм. Вообще тринкет. У меня, нет, тринкет, вот послезавтра будет тринкет у меня уже. Вот, и все. И, блядь, по КД фармлю этот рука вонючий тоже тринкет с блоком. Не падает. И шея с блоком фармлю тоже. Кольцо с блоком есть, но он стоит 75 тысяч, мне его падло брать. Это который с Ульдуара 226. По 700 ГП, охуеть. Это у кого-то чайник свистит, ну. Да у Сула свистит. Сейчас посмотрим, что получится. Если пробьет, то даже нет смысла тратить его. Зорки, что у тебя за приор, блядь, какой-то, не понятно. Какой? Дайте ему ГП. Зорки, ты в аркане 13 кадал всего лишь? Блядь, я умер. Потом врезнулся, и маны не было. Потому что я перед смертью прилюсил, да. Блядь, тоже умер, но он вырвался, видишь. Ну так у него есть лайфтап, блядь, у меня нету. Так я в щиты долбил, маны. Лайфтап, это типа этот, тап, тап? Зорки да, слабый, да, просто. Так у тебя есть этот, у тебя есть этот прилив. Я прилив, я прилив перед смертью отдал. Это было во фросте, ты чё? Надо было фрасти, потому что его фрасти можно бесконечно. Просто ты же там первое место, я же скидываю. Так, Водик, собьешь одну сверху, я поставлю туда трэш. Дайте рыбу, пожалуйста. И трэш, пожалуйста, ко мне подводите сюда, какой-нибудь ДДшник, я буду таунти там, не знаю. Только лужу сами не забегайте, а обходите лужу, чтобы... Когда... Лужа очень сильно замедляет, там 75% передвижения ваше замедляется. Будьте, имейте в виду. Ну, хер знает, у меня получается 50% блока, 23% уклонения, 17% это все суммируется, кстати. Сколько и... надо блока? 60%, наверное. Вот. Еще 10%. И все. Ну, я еще камень ставлю потом, переставлю, какие сакеты переделаю. Нет. Уклонение, парирование и блок, это все суммируется. А жуков будем сразу заливать или ждать? Потом? Нет, жуков остатишь. Потом я стакну два стака, сделаю их. И кстати, кто шарит, почему танков закидывают в отдельной пати? Который тащит трэш. Просто так, чтобы было проще. Нет. Я, наверное, думаю, скорее всего, это из-за этого теневого удара, потому что. Да, 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 это скорее всего какой-нибудь опустит ударом. Что стоит. Вот, типа танк берет на себя все цели, вот, и теневой удар будет отсутствовать по рейду, типа, наверное, так вот это работает. Бах, это. Посмотрим сейчас, проверим. Давайте хочу на пул. Пока не. В химии ничего не перепивайте, просто смотрите. Рыбу. Дуат болеет. Подожди, у нас дуат болеет, блядь. Видишь, стену хуярит уже минуты три. У него приступ. Пойдем. Я же, блин, пока сбор, пока туда-сюда. Ты поел рыбу? О, господи, ну, блин, извини. Две секунды. Я да, еще с Валькирии. Там я вроде на форуме читал, или кто-то говорил, что у этих мобов, типа, какой-то кас, ну, типа, КД на вот эту вот способность. Синевой удар. Да, и они, типа, его сбивают до того, как он будет кастовать.
Как там решают. Нереально сбить каст, если вот под каст попасть, там, блядь, каст 0,001 секунда, блядь, идет. Знаешь, сука, это... Да они, короче, как-то багают, и типа... Сейчас посмотрим, сейчас научимся. Я специально сейчас закинул себе в пати другое. Вот. Так, дуа в ДД, нахуй, на эти там тут. Все в ДД спекайтесь. Блад пытался стену лбом пробить, блядь. Почти победил, блядь. Где тебе сферку разбить? Так, давайте ДБМ пул. Ой, короче, на пул. Все, получите, ребята, давайте начинать уже. Дрищ, сверку крикнет кто-нибудь? Сверку мне в любом месте, только ты босс от сверки отведи. Там, где поставил, босса, там и держи. Чтобы ДПС, ну, ДПС не теряли. А сверху разбейте где-нибудь, ну, рядышком от босса, только не сильно близко. Её гриппа. Её гриппа бьют. Гриппа хорошо туда. Пула. Куда-нибудь. Видишь, давайте где у нас Пула стоит? Давайте я за пулю, блядь. Завали. Пула, видишь, где Луна стоит? Чё, где стоит? Где Луна? Луна. Да. Вот сюда нужно будет гриппать сверху и её сразу разбить. А, блять, без проблем. Вы анонсить это будете или я сам? Спула. Спула, дашь. Мне надо будет грип. Да, грипнешь или забьешь сразу. Хорошо. Все, всё, окей. Дон, давай. Короче, это самое. С гудлика никто не снимает. Я мут ему дал. Кто снимет мут, я сразу сниму права у вас. Что? Пусть... Я босса? Да, ты босса. Да. Сюда. Ага. Все, давай, это бэмпул туда. Не, вроде бей сразу. Там дубло все сделает. Тяни. Угу, разбивай. Все. Не, Вера, готовься на пулю, это меня. Я отсюда на пулю тебя. А, бля, ты ж... Я с даунтаун на вон у себя. А, не, меня уже сразу пробивают. Один нашел, сейчас его заберу. А тебя убило, да? Нет, я еще держусь. Ага, теневой удар. Я понял, по ДБМ надо смотреть. Еще раз подождите, попробую потестить. Они не вообще не кастуют. У них КД, смотрю, 20 секунд. Хильте меня там пожестче, пожестче. Я дал пока. Ну, у тебя КП гуляет все-таки, в отличие от... Угу. Ну да, это у меня блока нет еще. 25 секунд. Сейчас я посмотрю по теневому удару. Мне надо потестить главное. Опа. Все, я понял. Перед ДБМ пул надо, короче, куляться все. Так, давайте сейчас еще пойдем. Падайте, короче. Я сейчас смотрел, как теневой удар смотрит. Ну, то есть, работает правильно. Сколько вы боссу, кстати, сняли? 23. Надо, короче, процентов, чтобы вы сняли ему... 35. Вот, вот вообще идеально. Там столько не получится снять, потому что Влад уже должен уводить его. А ну в другую сторону, в сторону речки. Потому что... Не, они не водят. Нет, не водят его, никто не водит. ДДшники бегут просто сами. Блять, кто лед нахуй включил? Ну мы тогда по факту просто не успеем залить. Почему один ДДшник на него место кидается, и он уходит, все остальные могут расширять? Да, там под ускорялками там либо... Ну, а где ДДшник убегает за ним, потому что паладин он вообще. Ну. Да. Давайте попробуем с счет теневого удара. Все, вот где босса я ставил, там я его буду стоять. Раньше. Угу. Идите, держите рейнджу от мобов. Может быть, у него теневой удар просто на рейнже будет. Ну, сейчас смотри, Донт, я думаю, теневой удар надо давать... Под ДБМ там показывает, там за 2-3 секунды я сдаю стан. Вот. И кажется, они просто, ну, не кастуют больше ничего. Ну, посмотрим, сейчас еще раз я проверю, как там будут работать с него удар. Да, лагать начал. Олег, выруби музыку в игре по броске, а?
Да, еще сокеты переделать будет потом. Я смотрю, на конченые сокеты еще стоят. Спасибо. Давайте, что на пол. Лагает. У всех лагает. А, ну да, подлагивает что-то. Так, надо, чтобы Абуле кто-то фридом дал, потому что Абула очень долго выходить будет с льда, порошочек замерз с льда. Так, и весь рейд будете стоять подальше от меня. Где-то, где-то примерно вот печенька стоит, вот стойте и домажьте. Вот. И там мастан сдается в теневой удар. Подойдите, вот где сапан стоит. Так, вроде бы отлагало или нет? Отлагало ли, ребята, у вас? Да вроде отлагало. Блять, смотрю, ладно, еще раз мудам. Короче, кто у кого будет микрофон стоять на активацию голоса, сразу мут получается. Реально мешает сопли ваши слушать. На порче. Идите все на эту сторону, ближе к тому месту, где я босс убил. Не стойте вот так, вообще. Лагивает немножко, но это пофиг. Хрипат, иди тоже сюда. Что там, добавим? Нет, еще исполин не готов. Мне, короче, дом-то осталось 80 жетонов этого. Это 3 дня, по-моему, да? Надо делать. 4 дня. 4 дня, блядь. Ну, у нас Ксения, кстати, уже тогда будет готова. Так исполин дал ранее стоит, он где-то замедили, что там. А, точно, что-то я тупнул. Я тут прикинулся. Давайте еще раз, что напомню. Сейчас давайте сейчас выпейте крипоты, хаспоты, проверим там, что по ДПС будет. Давайте, добьем пол. 5, 4, 3, 2, 1. Оболоти мне? Ага. Все, иди бей, я сам разобью. На полу двух дальних я этих передних забил. Теневой, да, разбейте там обувь этому. Короче, по ДБ ему надо отдавать это самое, теневой, да. Порошочек и два хапала хитца меня нон-стопом сейчас. А еще кое-что проверить. Да, с него да, работает. Так, короче, падайте. Все. Делаем ро. И там это не отхилится, если так сказать. Я знаю. Я просто проверить хотел, теневой удар как работает. Короче, теневой удар сбивается за секунду по ДБМу, короче, я сбил. Первый раз было идеально. Там, в котором оп у вас бегал, вот он... У них одинаковый таймер, да? Да. Ты мог бы спросить. Все, я начисляю ЕП. Сколько там за убийство? Там 400 ЕП вам за часик ревни. Я на замене был, мне не забудь. Когда вы покидаете вредную группу? Людон начислил уже. Бля, покинула. Опа, всего, всего. Всего, без ЕП, без всего, да. Давай, дом, быстрее. Ну, ты начислишь? А уберите вы фрост-стойку, чё, вы угораете, что ли, лёсики? Всё, все молодцы, ребята. Всё, заменим у нас Рокси был. Есть Рокси, всё, все есть. Всё, всем спасибо, ребята, всем пока.